что ты чувствуешь, когда произносишь слово «я». Можешь ли ты принять решение, кем ты будешь, где и с кем? Просто решить. И с этой точки отправиться в путь. В путь с множеством невероятных остановок. Да, требуется время, чтобы быть готовым. Но мы заслуживаем этого. Самый главный подарок в нашей жизни – это возможность исследовать. Я гарантирую, что эти исследования приведут тебя в места, которые буквально поразят тебя. Мы заслуживаем всего этого. Наша жизнь заслуживает этого. Я не знаю, какие у вас мечты, но я знаю, что жизнь внутри каждого из нас. И мы часто ее не слышим. И нам надо делать что-то, чтобы меняться. Ни один из будущих дней не будет таким же, как сегодняшний. Если есть желание, путь можно создать из ниоткуда. А единственный, самый настоящий и необходимый нам транспорт – это наше тело, которое будет вести нас по дороге под названием «жизнь». Я не хочу прожить жизнь и в конце сожалеть, что я не жил-то по-настоящему. Я не хочу сожалеть не о том, что сделал, а о том, чего не сделал. О возможностях, которые не использовал. Мечтах, которые не осуществил. Кто это строил? Ну это же тролль строил. А вон там вот маленький, видишь, у него пещерка, вот посмотри. Зачем мы существуем? Жизнь не для того, чтобы только работать и ждать уикендов, чтобы не работать. А потом ждать понедельников, чтобы не хотеть работать. Нет. Вы знаете, мой отец работал в авиации. Ему приходилось постоянно летать. Я как-то еще ребенком пришел к нему и говорю: «Пап, ты постоянно летаешь. Но ведь это же так опасно». На что он мне ответил: «Ты знаешь, для самолета, летчиков, экипажа гораздо опаснее, когда самолет не летает. Мы должны делать то, чему предназначены. Мы должны быть там, где хотим. И, возможно, самая грустная вещь – жить на земле, не видя, что вокруг». Был дан подарок под названием «жизнь». Не надо его тратить впустую. Нужно использовать каждый его момент. И чем больше таких моментов мы будем использовать, тем больше будем знать не только себя, но и
целый мир.